Здравствуйте, до свидания и все. Проповеди мы послушали очень хорошо. А теперь прославим Господа песнопением, стихотворением, то, что знает. Расскажите, пожалуйста, из Священного Писания. Так, чтобы наизусть, какие стихи, кто знает, расскажет. И кто поет, споют все, потом по одному. Сейчас Лариса будет петь о Потеряевке, о Лане, о... и стихи Игнатия Тихоновича. Кто знает, будет подпевать. Николай Георгиевич Тверя. Георгиевич, где застрял? Где ходит? На плите. Я не хочу. На плите, на плите. Па, я не хочу. Иди сюда. Компот попьешь. Компот здесь. Компот здесь. Сейчас вам компот дадут. Павел, иди садись, и он пить. Пускай пьет. Ну что, совсем. Здравствуйте, дорогие сестры. Слышала по телевизору такую фразу. Муслим Магомаев никогда не выступает без предварительной распевки. Муслим Магомаев никогда не берется петь перед народом без... Не то, что без распевки. Без репетиции. Тут у нас как будто тебя к стенке поставили. А самое главное, у нас Анка-пулеметчица, это Надежда Васильевна. Это однозначно. Сказала. В общем, я первым номером, Даша, ты вторая пойдешь. Все, мы быстро отстреляемся. Правда? А третьим номером под аплодисменты будет у нас наша уважаемая Надежда Васильевна. Договорились? А потом, братья, вы хором. Все, так. Хорошо. Это... Конечно. Так. Я сказала, только вот большая просьба, Николай, первый канал РТ пусть не работает, да, то тут мы начнем хрипеть, да еще и слова, ладу не знаю. Ну там в письменном виде, направите, пожалуйста. Да, хорошо. 129, 110 Москва. Да. Там я рассмотрю потом. Через месяц. Кто хочет со мной вместе? Рядом постоять. Давайте, давайте. О, слушай, здорово. Да. Ну я опять не буду, постою просто. Ой, и то мне уже легче, да? Песня на музыку «Сенокосная пора», но это про Потеряевку. Вот. Да, конечно. А ты думаешь, я хоть раз в Потеряевке вот так выступала? Камера на него. Да, но я буду стоять. Извините, Сергей Павлович, занимай свои места. О, хорошо. Солист Второго Белорусского фронта. Николай Георгиевич подходит. Уже нашему брату и нашей сестре легче. Давай, брат, тут все. Вот, ну сколько можно вас ждать, а, Николай Георгиевич? Боже, Христа, что ли, на вас нету? Боже, милости, будь ко мне грешны. Боже, милости, слава тебе, во веки веков. Аминь. 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 Да вот здесь справа, Лариса. Вот я, а что берем, ты что далеко-то уходить? Что ты, вставай. Все. Слова видишь и все. Мы тут раз про коня-то пели просто так вот, спонтанно. Давай что? Сюда, да. Все, а сейчас? А сейчас вот... Попробуй почерк различить, там что написано. Да. Я вот первый раз вижу. Песня о моей родине, о Алтайском крае и о нашей любимой Потеряевке. Край Алтайский, край безбрежный, вольный ветер синий небес. Полоспелый звон капель, радуй
Вся Христос воскрес, в платье рядовке родился, ее в сердце берегом, и поля ее просторы все забыть я не могу. Мы не помним и
Бескрайнему морю.
Представляете, да?
песня, музыка. Кем? А ты не знаешь. Говорите. Я пою. У меня в голове все, ничего не возможно. Пою я, упиваюсь счастьем, не приоткрою я, открою поутру. Разложу прошедшее, разложу на части, слезы благодарности, смирения, утру. Разложу прошедшее, разложу на части, слезы благодарности, смирения. Аллилуйя, кое-как скажу я, не умею ничего, но ничего понять. В эту жизнь, как я мог долговую, а потом на белого коня. В эту жизнь, как я мог долговую, а потом на белого коня. Твердо я верю, в
Вся жизнь дальнейшая с Богом твоем, войдет любовь твоя сердцем навечно, тебя поведет в неземные края. Войдет Дух Святой в твое сердце навечно, тебя поведет в неземные края. И увлекая других за собою, с верой живою в Иисуса Христа, путь царства небесное людям откроешь, где все обретут они Бога Отца. Путь царства небесное людям откроешь, где все обретем Бога Отца. Вот так. Спаси Христос, спаси Христос. Так, девчонки, у кого стихи, братья дорогие? Так, Николай Георгиевич, где ваша песня там про отца? Мужчины и братья, готовьтесь. Помните слова? Давай почитай, ага. А мы пока слова поищем. Мне понравилось одно стихотворение, но я взял из открытого мока, у меня тихо сейчас. Вот, а он учил поэта христианского. Я видел во сне, как враги бичевали Христа, свистели бичи, умирала во тьме красота. По телу страдальца кровавые струи текли, а женщины слабые плакали тихо вдали. О, как был унижен, о, как был изъязвлен Христос, кто миру спасение, любовь и надежду принес. Из тела святого куски вырывали бичи, глумились над Богом безумцы, слепцы и палачи. Вот воин рукой взмахнул над Христом, что из сил, не вытерпел я и его в содрогание схватил. «Чего ты хватаешь?» — он крикнул, бесстыдно грубя. И вдруг обернулся, и сразу узнал я себя. Глаза, лицо, все мое, неужели это я? И острая плеть для бичей, неужели моя? В холодном поту я проснулся, вокруг темнота. Так значит, я жизнью своей терзаю Христа? Любите друг друга, ведь это Христовы слова. Но лишь суетою забита моя голова. С терпением спасайтесь, но я не умею терпеть. И резкость моя, как ременная жгучая плеть. И нежность, и кротость — вот признак хороших людей. А я очень часто не лучше, чем гнусный злодей. Мне нужно быть ангцем, а я, как рыкающий лев, в душе очерствелой не дал урожая посев. Как в зеркале ветном увидел себя я во сне. О, Господи, что же для радости надобно мне? И Бог мне ответил: безмерна моя благодать, чтоб праведным быть, надо слово мое соблюдать. Написал это стихотворение в 1965 году Родион Михайлович Березов. Такое поучительное стихотворение у него. Это я когда-то замучил, а потом... Спасибо, Христос, тебе, брат Александрович. Мы пока ищем слова об отце. Это стихотворение Игнатий Тихонович написал о своем отце, и она меня очень поразила прямо здесь. Невероятно. Ладно, так, где наши девчонки, сестренки? Давай, Наталья. Ну что ж такое, ну я к тебе подойду, хорошо? Гора не идет к Магомету, Магомет, ты не знаешь. Да и ладно. Я пою, что ли? Да, вот именно так. Я пою. Припев поем все, который называется «Слава Богу за все, аллилуйя». Да? Все. То есть все братья, все сестры поют. Нет, только эти сестры. Так. Вы ищите пока, да? Я ищу. Так, брат Николай,
Подари байк нам поближе. Да, я диктофон смотрю. Все. Так. Все вместе поем. Начинаем с припева. Слава Богу за все. Аллилуйя. Слава Богу за все. Аллилуйя. К грешной душе не завесной любезной нести благовестие всем до края, как многие в нежность уюта пролезли и до освящения не дохромали. И все, слава Богу за все, аллилуйя, слава впервые для каждого выбор назначен. Дорога к Дамаску должна озариться. Душа развернется на пажитях злачных. Рожденные свыше накроются чистым. Все, слава Богу за все. Аллилуйя, слава Богу за все. Аллилуйя. Простившись землею, мы скроемся землю, прославим. Быв воскресенье первом, и будет пшеница окажется спелой, в огне переплавлены спелые перлы. Слава Богу за все. Аллилуйя. Спаси Христос, братья! Спасибо. Нашли слова? Да, сейчас подойдет. Вот, видите, как хорошо. Может быть, кто-то еще? Владимир Александрович, читайте еще что-то либо. Я, правда, ее давно не пела. Сейчас экспромтом просто. Не надо отрывать. Сестра Павловна сегодня при крещении, она получила имя замечательное. Все подряд себя нужно, а ставить уже не получится. Ну давайте то, что вы хотите. Да, да, пусть будет. Я зарядку поставил, все здесь. Сейчас. На молдавском? Нет. Это казаков-некрасовцев. Песня называется «В океане моря». Пение такое мужского хора, поэтому достаточно низкое пение. Да. А он есть? Есть. Ну, как хорошо. Называется? «В океане моря». Сейчас найдет. А что так мелко шрифт у вас? А? Ну, мелко шрифт нельзя как-то сделать? Ну, иначе никто вот не поместится. Вот а вы же сразу все поймете? Да. А если так? Подвигайте туда. Где там Николай Георгиевич-то? Гвоздодёр нужно вынуть его. Ну, все равно брат Николай рядом. И Николай ушел. Начинаем. Николай первый, Николай второй. Да. Да. В океане море камень ляжет, на каменю церква стоит, на каменю церква стоит, в той церкви прест. Пока не слёги, пока не поздно, пока есть время, пока
все. Кто и о ком? Кто скажет сейчас о своем отце? 100%. 50%. Аллилуйя. Брат, ну ходи, а вот эту песню мы давайте споем про ангела, брат. Я не знаю. Ну знаешь, мотив сейчас. Там. Я уберу, чтобы он увеличил. Но здесь только еще лишь есть. Почему же ты душа?
чему же ты, душа, мимо рая прошла? Почему же ты, душа, мимо рая прошла? Мимо рая прошла, к нам в рай не зашла. Мимо рая прошла, к нам в рай не зашла. Али ты, душа, нерадивая была? Али ты, душа, нерадивая была? Сладко ела и пила, к нам и в рай не зашла. Сладко ела и пила, к нам и в рай не зашла. А у нас в раю жить весело. А у нас в раю жить весело. А жить некому, аллилуйя. А у нас некому, аллилуйя. А у нас в раю цветы цветут. А у нас в раю цветы цветут. Разные пташечки поют, поют песню херувимскую. Поют песню херувимскую, поют песню херувимскую. Аллилуйя, аллилуйя. Господи помилуй. Большая просьба братьям и сестрам не расходиться. Да. А разбежаться можно? Нет, и не разбегаемся. Кто скажет из братьев, какой песней начался у нас концерт? О чем мы пели? Так. Ну, внимательно. Точно, о Потеряевке. Поэтому объявляю ты теперь номер, опять песня о Потеряевке. Да. Сейчас будем песню петь о Потеряевке. Так. Если только она в этой у меня тетрадке, а не в той, которую уже... Спичь Зина отправила. Ну, может быть. А, кстати, я ж тебе отдавалась. Кому? Не, ну, не тетрадка. Куда я ушел? Где она у меня? Да. Вы как ну, супруги прямо, да, вы ушли. А? Разговариваете, как супруги. Да какие же супруги? Диалог прям как сценка. Так я ж тебе отдала. Да нет, куда же? Чего? В общем, тогда будете все что-то там повторять, да? Так. Как песня-то про Потеряевку была, на Виктор Савченко поет. Так это на стихи на Тихонча? Да прямо. Нет. Я что, тебе не поет, что ли? Нет, там уж не берет. Слова мы не найдем в интернете. Нет, мне мелодию надо. Шубе. А, про Потеряевку, да. Ну, вы даете. Там столько мелодий. Савченко, 200 песен у него. Нет, у него про Потеряевку песня. Единственный зову. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рвут. Одна у нас в России ты, единственный зову. Родную Потеряевку я в сердце берегу. Поля ее просторные забыть я не могу. Гляжу в озера синие,
родных твоих приняли мы, в родную Потеряевку слетелись, как птенцы. Алтайский край, степной тылой, ковыли летний зной, все дышит благодатью здесь, и колоколен звон плывет и будет душу нам, тревожит сердце нас. Родная Потеряевка, не потеряй ты нас. Мы в храм идем с молитвою, прости, Господь, прости. Колено преклоненную от грешных нас прими. Ты сущий наш едва, Бог Саваоф и Сын, святая наша Троица, тебе поем мы гимн. Ты сущий наш едва, Бог Саваоф и Сын, узнали Слово Божие, идем по жизни с Ним. Покажем, как мы идем по жизни. Да, вот со Словом Божиим. Ну что, мои братья дорогие, концерт окончен? Вечерняя молитва сейчас. Вечерняя молитва.